Добрый день, дорогие друзья, чайник здесь. И сегодня я ее наконец-таки добыл. Это Lamzu Thorn Special Edition в коллаборации с Fnatic. Собственно, в чем прикол? Ну, расцветка, понятное дело. В комплекте 4К донгл. И удивительно, но в одном оранжевом магазине она стоит всего на 1000 дороже, чем обычная версия, которая идет без 4К донгла. То есть, по факту, если сложить все, то я сэкономил косарик. Вот. Поэтому давайте ее распакуем, посмотрим, чем она отличается. Может быть, покрытие другое, может быть, комплект другой. Честно, для меня это, ну, неизвестная информация, потому что я ранее эту версию не трогал и не смотрел на нее какие-то обзоры. То есть на вот эту именно Fnatic Edition. Поэтому мне очень интересно. Да, цвет на любителя, но я именно такой любитель. То есть мне очень нравится оранжевый цвет, как вы могли заметить, возможно. Такой намек, да? И там еще коврики, если помните, у меня были оранжевых цветов. И, блин, артизан бы найти оранжевый. Эх, мечты, мечты. Но, тем не менее, сейчас мы ее распакуем. Упаковка, в принципе, очень похожая по своей структуре. Тут есть брендирование даже внутри. Прикольно, мило. Убираем этот кожух, и вот она, коробочка. Такое софт-тач покрытие. Вообще просто офигеть. Ну, кстати, тут небольшая информация есть еще про Fnatic. Типа, World Finalist League of Legends, League Champions, Major Winners, Counter-Strike, Qualifications, это получается TI. Что это такое TI? The International. Dota 2, World Champions Valorant и Apache Champions Apex Legends. Ну, наверное, это какие-то супер крутые награды, на самом деле. Да, и Sports Flex. То есть, как бы Fnatic'и такие, мы пофлексим, напишем на коробке в коллаборации с нами о наших достижениях. Ну, мило, прикольно, окей. Так, вот, сразу же. Always Fnatic. Вот интересно, что там такое? Так, сразу же, да? Мешочек, ножички. Наклейка на днище такая же, как в обычной версии. И грипсы. Грипсы тоже такие же, как в обычной версии. То есть вот это все в обычном комплекте было. Вот. Можете пересмотреть ролик, он сейчас где-то у вас тут появится. И вот она сама мышка. Сейчас мы еще в пакетик заглянем. Ой, не в пакетик, а в сумочку заглянем. Так, тут больше ничего, я думаю. И вот. Мышка, 4К донгл, Lamzu. На донгле нет никаких других брендирований, кроме цвета фирменного. Так, сама мышка. Давайте сразу по... Ну, покрытие очень похожее, может быть, чуть-чуть более грубое, но очень похожее. В остальном все органы управления ощущаются аналогично. Снизу тоже мышь аналогичная. Ну ладно, плата черная. Колесико черное. Ну, в общем, вот так вот. Ну и сзади, видите, лого Fnatic. А, ну и вот тут сбоку тоже Fnatic написано. А, давайте же послушаем ее быстренько. Правая. Левая. Колесо. Боковые.
Ну и сразу же сравнение с обычной версией. На мой взгляд, очень похоже, практически идентично. Скорее всего, ничего внутри они не меняли, только внешка. Ну и комплект, понятное дело. Так, давайте же заглянем в вот этот брендированный мешочек, кстати. Мешочек, кстати, другой. Вот оригинальный мешочек с золотым тиснением. И, ну, он более такой атласный, что ли. Короче, чуть-чуть другой материал. Чуть-чуть. Тут он более бархатистый. И, соответственно, брендирование тут Lamzu X Fnatic. Так, давайте вытащим все. Посмотрим, что тут еще есть. О, наклеечки Fnatic. О, все, ну все. Налеплю себе на MacBook. Вот так вот прямо вот. Бах, в центр. Все, блин. Always Fnatic. The future is Fnatic. В общем, оно того стоило. Дальше. Кабель. Кстати, кабель тоже черно-оранжевый в цвет мышки. Что, на мой взгляд, очень хорошо. Это прям очень клево. Не положили просто там белый или черный. А он такой брендированный в цвет. Это прям клево. И что-то тут еще лежит. И предполагаю, что инструкция. Да, смотрите-ка. Lamzu Fnatic. Опять же, Fnatic Flex тут написан. Тры-пыры, характеристики. И все. Ну, прикольно то, что они заморочились, сделали все эти бумажечки в цвет с брендированием и так далее. Потом гарантийный талон, кстати, на русском языке. Да? Ну, точнее, как? Не, погодите. Simsys Tintuir Paidalu. Наверное, это казахский. Я не знаю, напишите... Вот. И на русском языке тоже, смотрите, есть. Прикольно. Причем тоже брендирован, ну, то есть тоже с Фнатиком. То есть это не стандартная инструкция, которую положили от белой версии там или от черной. Прикольненько. Ну, как-то так. С вами был Чайник, подписан на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. В общем, все будет, обзор на эту мышь скоро будет. Это после, наверное... Ну, я не знаю, даже, наверное, сейчас я ушел от G-Pro X Superlight. И вот это вот моя любимая daily mouse, так сказать. То есть мышь на каждый день, потому что она мега удобная. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, ожидайте обзор. Скоро будет, правда, прям очень скоро. Вот. И до новых встреч, ребят. Пока-пока.